Все. Надо срочно успеть. Вот он, вот он, вот он, космический объект. Ну нихуя себе, он прям как близко. Вот он, я увижу. Ух, сука, давай быстрее. Тыкс, 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 давай. Нахуй. Тихо, тихо, не проскакивай, не проскакивай, не проскакивай. Сука. Это редкий космический объект. Вот он. И полетел, сука, своей жизнью. Нихера, мне еще автопилот был включен все это время. Стой, сука, стой! Не, я его догоню. Я его догоню, точно. Я вижу его. Он, наверное, улетел куда-то, блядь, в свою вселенную, блядь. Точно. Сейчас, сейчас догоним. Ну это пиздец, конечно, блядь. Я перелетел просто нахуй, все. Быстро, 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 давай. Все. Вот он. Ну ни хрена себе его проебал, блядь. Ах, ладно, короче, пизду. Начнем сначала. Максимальную скорость я смогу влететь, блядь, разнестись, просто расхерачиться в солнце. С максимальной охуительной скоростью. Но же не будем соотношать скорость, мы просто въебемся в него нахуй. Пошло ты нахуй, солнце! Попробуем еще раз ту наложку вот эту вот поймать. Вот она.
Идем за ней. Зачем она нужна? Ну так, для изучения. Там, в принципе, ничего нету. Так, еще немножко, мы сейчас ее достигнем. Ого! Ну мы сможем, чё? Так. Что-то мне не нравится, что он слишком близко приближается. Или я слишком близко приближаюсь. Хер его знает. Ладно. Так, у нас все включено. Мы бессмертные во всех отношениях, так что... Короче, эта тайная ложка каждый раз покидает... Странное, у нее освещение слишком яркое. Странно. Короче, вот такое НЛО, которое ищет ОК. Но это ОК хер его найдет. Поэтому... А, все, погасло. Короче, вот такие пироги. Вот эта НЛОшка вылетает из пучины гиганта. Это зонд со станции вылетает. Он должен был вылететь... на это око, но оно просто пролетело мимо, я так понимаю, насквозь, потому что нахер оно кому нужно на него смотреть, никто не знает, как попасть на всевидящее око, поэтому вот оно как-то вот так. Ну и все. Дальше у нас комета будет. Тут есть комета, которая пиздецко здоровая и красивая.